Всех приветствую. Получил наконец-то покрашенную Наташу. Сейчас я ее заберу. Задания были мои захват маяков, поэтому таких вот роботов легких и сделал. Бегать по маякам. Так, и последняя. Я думал, сейчас уже Наташу получу. Ёлки-палки. То это еще раз надо 2-3 маяка. Ну давай. Будем туда захватывать. Что делать? Да ладно. Так, 2 молекулы сейчас заберем. Может, еще какой-то легкий робот взять? Косачка какого-нибудь. Не знаю. Поехали. Блин, опять 23 майка. Надо поупороться. Сначала сталкера убьем, кап кого-то. Если это человек или животное, значит что-то. Так, что такое? Ёлки, уже, блин. Я еще в текстурах. Класс. Вот на этой карте я еще в текстуре не попадал. Класс. Ты что тащил? Красота. Текстурка. Какие-то, да? Очень похоже. Да, не тормозит. Да, о-о-о, только что прыгнул прямо. Да, прыгнул. Цели с него, а он никого не гонит. Сдох немного. Победите. Да, круто такие, да? Стою на тарана, на корги. Ух ты, я прямо у них нарезка. Слушай, так лагает. Я так не хочу играть. Так вообще играть не интересно. Блин, ничего больше не работает. Ничего свободно. А что? Ничего больше не работает. Тоже столько, конечно. Промашут какой. Что делать, как играть? Я говорить и думать. Наверное, сейчас так попробуем. Если стою, то вот и сами летают. Ну давай, ёлки-палки, хитрый. Прицел не могу вернуть.
я чуть сдох. Это время. Да куда я, ману? У меня только шалей убок это было. Вот это тормошит, нахуй. Ай, мы ждемся просто. Сейчас попробую перезагрузить телефончик. Тем более это еще запись. Это запись, это не онлайн. Че, может еще раз попробовать? Ну, я попробую еще бой. Попробую. Четыре, три. Нет, я даже не погружаюсь. Все, маяки я профукал. Так, я уже не поиграю, походу. Не, ну вроде управление какие-то. Я закрываю игрушку, это не делаю.